Самое главное на свете электричество. Так решил однажды Крутов Егор. В жизни он не на виду, но ваше величество по части электричества все зовут его электриком четвертого разряда. Не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Живет он в нашем доме, дом наш характеризуется как неблагополучный хулиган и да хмыри. Но появляется Егор, Егор электризуется, и хулиганом вызывают скорое 03. Электрикон четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит, чего надо, кому надо, и в мире жить становится светло. Жена его известна, она актриса тюза, с режиссером они ищут, как явить страстей накал. Но появляется Егор, Егор электризуется, и режиссер находит то, чего искал он, режиссер. Однако без разряда, оно, конечно, из престижных ремесло. Но чем не надо делать как надо, лучше надо, глядишь, оно и жить становится светло. Да он и сам бы им сыграл в любви и по зоне славе, он отстрадал бы за народ, слов громких не боюсь, но пьесы нет у них такой. То говно, что ставят, сплошной какой-то модернизм. Пардон, что матерюсь, он выручал меня не раз. Бывает, что тычешься о стену лбом, а там тупик, а там ничего нет. Но он найдет слова, а в них такое электричество, что било меня током. Открывался свет. А если по тебе катком пройдет цивилизация, искусство, просвещение, Минфин, Верховный суд, ты помни, есть в тебе душа, а в ней сигнализация, электрика, не звали, электрик тут как тут, электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло. Но он придет и вкрутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Троллейбусами едешь ли ты, едешь электричками, повсюду напряжение. И сколько раз исчезнет, бывает, вспомнишь про Егора, видишь что-то необычное. Возможно, электричество особое в нем есть, он не герой и не мессия, он реализуется в несложной схеме к жизни, душою прикипев. Он просто в жизни появляется, и жизнь поляризуется, и песня эта пишется, и в песне есть припев. Электрикон четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и крутит, чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло.